уже в 20-й раз прошел открытый областной турнир по художественной гимнастике «Сибирские ласточки». Местом проведения спортивного праздника стал Центр подготовки Олимпийского резерва. 217 граций из 8 городов Сибири, Урала и Казахстана приняли участие в юбилейных соревнованиях. Мы организовываем его таким образом, как праздник. И, естественно, атмосфера этого праздника, она передается и участникам, и тем, кто приезжает. И едут с удовольствием. Я посмотрел статистику, вот за 20 лет порядка, наверное, 3 с лишним тысяч гимнасток прошло здесь. Начиналось буквально там с десятков, а сейчас уже более 200. Турнир радует не только увеличением количества участниц. Уровень мастерства на ковре сибирских ласточек также растет. В этом году по программе мастеров спорта свои силы проверяли 14 художниц. 51 гимнастка выступила по программе кандидатов в мастера. И еще 75 спортсменок предстали перед судьями по программе первого разряда. Мы, в принципе, благодарны очень этому клубу. И я очень рада, что гимнастика там развивается, что девочки проводят свои соревнования. Сюда приезжают из близлежащих городов гимнастки. Ну и лишний раз показать себя, посмотреть на других. И поэтому это очень хорошо. Чем больше у нас будет в Омске соревнований, тем будет лучше у нас развиваться художественная гимнастика. Рекорд юбилейного турнира поставили гимнастки в групповых упражнениях. 46 команд соревновались за звание сильнейших в этом виде программы. Для детей это праздник, это большой праздник. У нас каждый ребенок получает приз, даже если он и не занял какое-то место, хотя мы награждаем с 1 по 6 место всех детей. И групповые упражнения тоже сейчас решили в этом году, так как юбилейный турнир, до 4 места будем награждать. Для большинства юных граций сибирские ласточки – первое серьезное испытание. Свой спортивный путь на турнире начинали многие омские художницы, ставшие впоследствии звездами мировой гимнастики. Одна из них – двукратная чемпионка мира по эстетической гимнастике Мария Мальцева. Турнир «Сибирские ласточки» – это первые мои соревнования, я их очень люблю. С теплотой сердца всегда приезжаю, когда у меня получается. Это такой домашний турнир, который вызывает только любовь и доброту, где куются звезды нынешней мировой гимнастики. Большую часть наград 20-го турнира «Сибирские ласточки» взяли омские грации. В личном первенстве в различных возрастных и квалификационных категориях победили 11 гимнасток. А в групповых упражнениях омички не уступили иногородним спортсменкам ни разу.